кто сортирует медную руду, обслуживают шумные машины, устраняют все неполадки, отметили День обогатителя. Основные празднования корпорация «Казахмыс» провела в городах Балхаш и Жезказган. Как прошло чествование передовиков и ветеранов производства, а также о планах их поддержки, расскажет Айнур Мангали. Наша съемочная команда находится в городе Жезказган, где сегодня отмечают День обогатителя. На обогатительных предприятиях корпорации «Казахмыс» работают порядка 4000 человек. В трех городах Карагандинской области – Жезказгане, Сатпаеве и Балхаше. Предприятия «Казахмыса» являются градообразующими, в системе которых занята основная часть населения. Сегодня же в Жезказгане чествуют передовиков и ветеранов-обогатителей. Мы находимся на Жезказганской обогатительной фабрике, крупнейшей фабрике по обогащению медной руды в Казахстане. Сейчас за моей спиной проходит процесс приема медной руды и выгрузка этой руды. Вот можно посмотреть этот процесс. Вот именно так выгружается медная руда, которая поступает на фабрику, после чего вся эта руда идет уже на дробление и измельчение. И в конце уже на выходе, также здесь на фабрике, получают уже медный концентрат. К слову, на Жезказганской обогатительной фабрике работает порядка 2500 человек. Обогатительная фабрика здесь как город в городе. Оборудование на фабрике работает в режиме нон-стоп, останавливаясь только несколько раз в году, и то на плановый ремонт. И кажется, что техника работает сама по себе, но за всеми процессами следят сотрудники фабрики. По словам генерального директора управляющего совета корпорации «Казахмыс» Бахтияра Крыпышева, безопасность труда – главный приоритет корпорации. Сегодня наш профессиональный праздник. Хотелось бы отметить передовиков производства, которые в этом году показали очень хорошие результаты. Награды и грамоты получили заслуженные обогатители компании, многие из которых отдали производству не один десяток лет. На фабрике я работаю с 1976 года, 43 года. Ну, постепенно на моих глазах, и я видел это, и модернизация проводилась. Очень много было сделано. Я работаю на фабрике 13 лет, с 2007 года, 13-й год пошел. От награды чувствую волнение, благодарность, хочу сказать своему руководству, которое меня посчитал нужным, что я заслуживаю эту награду. Спасибо большое. К слову, корпорация не забывает и о мерах социальной поддержки сотрудников. Уже с этого года 46 многодетных семей сотрудников «Казахмыса» получат квартиры. Буквально недавно было принято решение о выделении 120 квартир многодетным семьям. В этом году мы планируем 20 квартир выделить многодетным, 26 в следующем году, и остальные уже на 2021-2022 годы переходят. Уже после торжественной части для обогатителей и металлургов организовали турнир по рыбалке. День завершил праздничный концерт, который собрал по меньшей мере несколько тысяч горожан и гостей города. Айнур Мангали, Канат Киргалиев, специально для главных новостей из Жезказгана.